Потрясающе. Я уже отрежу и чувствую, что это потрясающе. А вот здесь какие-то сладкие. Ты можно помнить, ты как бы назвал человека, представил. Свет. Я вот тоже играю. Горит, горит, горит. Горит, горит, горит. Ах, что это за музыка у входа? Кто там кричит на лестнице? Спасибо. Бери, пирожок. Адам. Возьми пирожочек. Адамчик, смотри на меня, Адам. Да, наверное. За водой? Ага. А? Нет, просто за воды. Лимона. Вот здесь есть зеленый.
вкусные пирожки, плохие пирожки вообще. А там говорит, какую песню? Все люди любят. Любой. Да, все знают. Это вот картошка. Что, может, и русскую. Так, а русскую какую? Это и честные пирожки. Созрел. Он сейчас заказал. Если с капустой найдешь, то... С капустой потом, попозже. Там останутся, нет? Шагнула на корабль, а корабль оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а корабль оказался из газеты вчерашней. То одна зима придет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетке говорят попугаи, они язык забывают. Только в клетке говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога
Стали горы громадой, я к подножию щиткой припадаю. Но не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. Но не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. А весною я мечтаю, не верю, и капели не боюсь моросящей. А весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. А весной линяют разные звери, не линяют только солнечный адамчик. Адамчик. Я на рубашу обычный. Хорошенький такой. Кто автор этой белой рубашоночки? Представьте, пожалуйста, покажите, кто стирал эту рубашку. До такой степени белизны, что в природе такого не бывает. Это только Ася. Раз, он может так делать. Да? Где Ася? Адам, не признайся. Я просто... Давайте за солнечного зайчика. А можно свет включить за это? Пытаюсь этим самым солнечным зайчиком. Вот как стихами дальше начал. Когда еще не пробовал пирожков. Да. Поднимайте руки. Дайте мне один еще пирожок. Ну так что ж. Зайчик ты наш. Можно мне еще? Да, вот это я чувствую, через фотоаппарат мне закрылся. А не успевал. Почему? Потому что смотришь-то. А я еще куда? А зачем долго варить? Кто не пробовал? Да, мало ли, несправедливости. Что разливать? Значит, не хочешь пирожок? Так, кому что наливать, что разливать, конечно. А то я уже как бы сказал, уже выпить даже захотел. А мне говорят, а где? Можно убрать. Спасибо. Предлагаю всему мужскому коллективу руководить наливательным процессом. Шампанское. Тебя так отправили за пирожками, нет? Я себе принес. А что? Дети-то оказались правы, когда сказали, что Адам пошел за второй порцией. Вот она и пришла. Оказалось права. Адам. Летают кузнечики, звенит вдалеке колокол, молоко. Парное парит перед грозой, бронзовое в розовом, девушка, деревушку меж травинок, паутине муха, упала духом, не жужжит, Бриджит Бардо в кабине тракториста, как банный лист, кабан под дубом, желудь ждет, когда созреет, и гордо реет сокол, высматривая мышь, кыш, подгоняет дед старуху магазин, и о зиме подумалось, ведь скоро осень, и мы попросим отсюда перелетных птиц, и ниц падет народ, когда икар, вслед за воронами, каркас из перьев удрузит носук. На носу уже весна, и бес в ребро, хоть голову покрыло серебро, и снова слово «лето» — вес. За... Чтобы получилось настоящее русское что-то. Представляешь, а тут просто так. Давайте выпьем. Адам, не забудь взять, когда пойдешь обратно, каркас сука. Адамчик, не забудь про Бриджит Бардо. Отнять у другого тракториста. И я. Вот это у меня... Нет, так была еще более знаменитая еще актриса Анна Магьяни. Она была... И главное, они все время со своими любовниками у меня были. Но они тебя боятся просто. Они знают, что ты без любовника пойдешь, а тут не уйдешь. Известный сексуальный маньяк. Она же не знает, что ты итальянского языка не знаешь. Она-то маньяни. А ты-то подумаешь, что Анна маньячка какая-нибудь. Со свойствами тебя. Но я видел, я сам лично читал их письма. И как это? Элизабет Эйнс, да. У него такой архив там. Мой котярок не может клеить, посмотрите. Серепите с ним, хоть и сама кошка. С этим самым. А здесь хочу познакомиться с женщиной, которая пришла эти пирожки. А вот третий не пришла. Кто не пришел? Не пришла, не ушла. Автор. Адам, она не дошла до компании. Она не дошла до компании. Она до компании не дошла. Люба звонила.
Да, вот она и пекла. Люба едет. Да, к ней прийти. А? Люба едет. Да, пожалуйста. А может быть что-нибудь и ненавижу. Хорошо. Так завязывали раз, я так и не поняла, к чему. Мы здесь любители вязания. Я смотрю на портреты, которые говорят сами о себе, но тем не менее я все-таки не узнаю. Они были такими гладкими и красивыми. Стоит мой старый дом. Там тишиною оглушён. Не смотри в бок, старый клён. Это открытки. И нет, их только делать, чтобы можно сделать, чтобы одна. Отойди, ты же тень даешь от лампы. Ах, если б ты летать умела, как яйца ты умела класть, не поругали б твое тело, охотники наестся всласть, душа сжимается от боли, когда представлю, как вчера, послась-то мирно в чистом поле, коротала вечера за украшением пера, внимая петь на бемоле. Теперь душа твоя парит звездой ночного небосклона, огнями вечного неона, витрина братская горит. Можно это стихотворение с автографом? Стихотворение еще не прозвучало. Мы ждем, когда мы будем. Про Адам. Про Адам. Адаму нравится про метод дам, потому что он рифмуется со словом Адам. Ну как бы не такой, не сякой. Не про Адам, не про Адам. Не так, Адам, мадам и милый дам. И главное, не про Адам. Да. Но сдам. Ни за что. Слушайте, ну от задачи. Азарт гадальных карт, старт, финиш, финифт. Мокрый стен, чей плен, дороже деревьев естества, листва которых порох, сгорающий дотла за лето. Это признание в любви, потому что постоянно, то есть точка неявный, ну, источник бытия.
Вот так. Это же философский. Кабала, так сказать. Надо было тебя предупредить, а то мы как бы настроились на... Не серьезно, ты прочитал и, понимаешь, мозги-то заплыли пирожками. Нет, икона от икона к вечности очень. А они все рядышком. Тем более бекон. Ну да, конечно. А может быть другой бекон имеется в виду? Нет, ну не будем, не будем. Нет, простите, я тут делал бекон, а другое дело бекон. Это разные вещи. Это совсем другое. А вот кто? Даже не дал блефовать. А вот скажи, пожалуйста, а слева кто? Зина, а кто слева вот этот вот? Декартус. Декартус, это Паскаль. А ты оттуда? Паскаль, вот Вася. Да еще и Картезиус. В лицо товарища выдавать надо. Господин Шекспир. Почему ты членов поедора не знаешь? Адам, ты не случайно сел под ним? Да. Так, вот. От не Шекспира Спиноза, между прочим. Где у него Шекспир? Да, это Спиноза, а в лицо ну Шекспир. Нет, ну напрасно. Мы-то уже знали, ты нам все рассказала. Всех сгубил. Личность Шекспира не установлена, поэтому будем считать Шекспира беконом. Небось, и будем ногу-то свело уже, нет? Нет, бекона мы не будем считать Шекспиром. Давайте мы отделим. Адам, я хочу предложить послушать народу. Есть такая Лена Фролова из Суздали, мало кто знает. Группа Азия, как можно сказать. Лена Фролова? Знаешь? Она вообще из Риги. Она из Риги, родилась в Риге, но живет в Суздали сейчас. Суздали? Камбровый опекает. Но вообще я очень люблю. Но... Дафмира, я шутка. Я мечтала с окончанием еще внесено. Очень о большом счастье, чтобы мне кто-нибудь помогал. Нет, никто не помогал, но немножко добилась сама своего. Вот. Ну, я обычно там пою песни, а потом показываю национальные инструменты. Это украинский национальный инструмент. Называется он сопилка. Лично мною куплен в Чернигове, на моей родине. А звучит он примерно так. Спасибо за подсветку. Если еще больше будете компонировать, я не против. Еще один национальный инструмент. Да, самый древний из всех инструментов, которые я просто видела в жизни. Может, я видела мало. Наверное. По-якутски он называется каурдан, по-тувински, тувинцы, которые меня учили, называется хамус. Я была во многих странах мира, и он по-разному называется. Но сейчас я на якутском инструменте, потому что он больше, чем тувинский, я сыграю тувинские народные наигрыши. Ri 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 ri
барабанного. Какая-то эротическая тунинская музыка. Завлекалочки называют. В Италии это прозвали, когда мы с мюзик-холлом выехали. Они там свои кастаньеты, я даже ушки достала, говорю, так, ребят, давайте там что-нибудь сыграем. Кастаньеты, а я с ложкой. Она говорит, Руся, кастаньета. Они в тысячу раз лучше звучат, чем то, что у них. Конечно. Потому что на кастаньетах я научилась играть. Не забывайте, что я профессиональный баянист. Звоночка велосипед. Конечно. А вы как думали? Просто так на день рождения? А так что, на велосипеде ездишь так, да? Обходили бы несколько деревень, а потом спрашивали. Теперь помогайте. Ладно. Вот это мне свердловчане по заказу. Ну, я купила колокольчики, я говорю, ребят, давайте соедините мне что-нибудь вообще из этого, что-нибудь сделать надо. Может, мужики-то, руки-то растут не из жопы. Все, сделали, значит. Ценное замечание. Нормально, все. Подвешивается-то все очень просто к колку. Вообще, да. Маракас. Очень просто. Сама лично гвозди нарезала. Говорит, дизайн сделайте, не консервную же банку вешать мне на руку. Мужики так подумали. А что там внутри? Гвозди лично нарезанные мной. Нарезанные как нарезанные? На кусочки? Да, на кусочки. А мы с тобой, Игорь. Там с тобой горох, там гречку. Не-не, гвозди, гвозди. Гвозди надо. Нормально же звучит, да? Ну. Горох разбивается, потом крошится. А гвозди никогда не покрошатся. Вот. Здорово. Это в всесоюзном конкурсе. Проси Бурлакова, то бишь я. Давно искала, мне даже на заводе исполнили. Да, так еще вот на ноги самое... можно было что-нибудь. Ну а зачем мне это все достать? На ноги кандалы. Thank you.
Нет, ну вы совсем еще молодые. Сейчас пойду. Сейчас. Thank you.